Большое спасибо. Пусть эти аплодисменты продлятся также в адрес человека, написавшего когда-то эту замечательную мелодию, нашего руководителя, композитора Анатолия Розанова. Спасибо. Спасибо. Следующая песня, которую мы хотим предложить вашему вниманию, это одна из наших самых первых работ. Именно эта песня когда-то в далеком 1989 году открывала наш первый магнитофонный альбом. Раз, два. Так, всякое бывает. И пускай сегодня я поменяю. Один раз, раз, раз. Все. И пускай сегодня у этой песни несколько более современное, немножко обновленное звучание, но невзирая ни на что, это по-прежнему старая добрая «Прощай навеки» и «Последняя любовь».